Спасибо еще раз, Гек, что согласился дать интервью. Первый мой вопрос. Какое отношение в Турции к футболу в целом? Насколько его там любят и насколько он там популярен? В Турции футбол, если сравнивать с другими видами спорта, я думаю, на первом месте. Начиная с 7-летним ребенком и заканчивая 70-летним стариком, каждый интересуется и смотрит футбол. А насколько успешны результаты турецкой сборной в последние годы? В последнее время сборная Турции выступает менее успешно. Но сейчас приходит новое поколение, и если все сложится успешно, то сформируется хорошая команда, как была у нас раньше. А в какой футбол играет сборная Турции? С акцентом на атаку или на оборону? И как ты вообще бы охарактеризовал стиль игры? Турецкая команда всегда пытается играть в атакующий футбол. Она более успешна в нападении. Но я считаю, что как команда она пока не очень хорошо обороняется. В связи с этим, чего ты ждешь от матча России и Турции, который в начале июня состоится в Москве? Есть у тебя какие-то ожидания от этой игры? Отношения Турции и России очень близкие, и дай бог, чтобы эта дружба продолжалась долго и влияла также и на футбол. Я хотел бы, чтобы матч между Россией и Турцией закончился ничьей. У российской и турецкой сборных сильно отличаются стили игры. Я с нетерпением жду этой встречи. Кого бы ты выделил из сборной России? Может, тебе какой-то конкретный игрок сейчас в сборной России нравится? Чья игра тебе импонирует? Мне нравится нападающий Смолов. У него хорошая атака. Также Дзагоев – талантливый игрок. Но главное не отдельные игроки, а команда в целом. Сборная России как команда выступает хорошо. У нас многие эксперты говорят, что Смолову надо уезжать в Европу уже, что он перерос российский чемпионат. Твое мнение по этому поводу какое-то есть? Я согласен с этим, но это касается не только Смолова. В России много талантливых игроков, которые должны попробовать себя в зарубежном футболе. Это Кокорин, Смолов, Головин. Можно сюда добавить еще много имен. Чего ты ждешь от чемпионата мира в России? Какие у тебя ожидания? Планируешь ли ты пойти на какие-то матчи в Казани или в других городах России? Для начала я желаю успехов сборной России на чемпионате мира. Я буду поддерживать и болеть за нее. Если она будет выступать на поле как единая команда, то сможет добиться успеха. Конечно, я хотел бы посмотреть чемпионат вживую. Если будет такая возможность, то обязательно это сделаю. Как ты считаешь, насколько далеко может сборная России забраться на чемпионате мира по стадии, учитывая, что у нас группа достаточно непростая? На чемпионате мира нет главных соперников. Каждая команда очень сильная, и любая ошибка может иметь серьезные последствия, поэтому нужно играть очень внимательно. Может показаться, что группа, в которую попала Россия, слабая, но я так не считаю, и команде нельзя так думать, но мне кажется, что она должна выйти из группы. А вот если сравнивать российский чемпионат и турецкий, какой сильнее? Российский чемпионат не сильно отличается от турецкого. Могу привести только одно различие. Турецкий футбол более атакующий, российский же более системный и оборонительный. Мне кажется, только это отличает наши чемпионаты. И еще одно. В Турции в высшем дивизионе играет 18 команд, а в России 16. Спасибо за максимально честные ответы. Очень рад, что нам удалось поговорить. Для меня, как для журналиста, это шаг вперед. Спасибо, что ты помог мне его сделать. Надеюсь, это не последняя наша встреча. Еще раз большое спасибо. Я тоже считаю, что получилось хорошее интервью. Хочу пожелать успехов в твоей журналистской карьере.